Турнир по волейболу памяти заслуженного тренера России Владимира Ананьина состоялся в универсальном спорткомплексе Подмосковья в минувшие выходные. В финале участвовали 4 мужские команды из Монина, Фрязино и Ивантеевки, а также 4 женские команды из Монина, Электростали, Ивантеевки и Королева. Противостояние было напряженным и очень динамичным. Как женщины, так и мужчины продемонстрировали захватывающую и интересную игру. По итогу соревнований среди сильной половины победу одержала команда «Прима Спорт» из Монина. Спортсмены выиграли со счетом 3-1 в борьбе с командой «Исток» из Фрязино. Среди женских команд первыми стали также монинские волейболистки. Они буквально вырвали победу у девушек из команды «Волна» города «Электросталь».